снова пригласить на сцену Олега Чижова. Встречаем. Чем ночная песня шумит.
где есть за тобою и то дороги трудные, но хуже нет дорог. Будто чья-то сигарета стоп сигнал в ночах. Кружа встреч расставаний рисует.
сердце тонко. Синь, спел надежда в обнимку с метелью. Ластится, трется шершавой шкуркой поземка. Минорная повесть, снег, опустевший перо на листочке у кассы, временно снят с расписанием сказочный поезд, синяя с белым надежда в обнимку с метелью, ластится, трется шершавой шкуркой поземка. Строчки ложатся узоры, затейливые к жилью. Кружево встреч расставаний рисуется. Спасибо, Лена. Между прочим, союз авторов и композитора. И еще покажу один союз, который вы знаете. Я считаю, что «Ангел с бесом» на самом деле это тоже союз. Правда? Искорки звезд на муаре небес, на рубеже света и тени караулят чистую душу, ангел и бес. Ангелу скучно и бесу не весело, звеньям одной неразрывной цепи гложет тоска пуще неволи, потому и воют, как вьюга в снежной степи. Гложет тоска пуще неволи, потому и вьюгою воют в снежной степи. Дышит на ладан духовною силою, глядя в реестр незапятнанных душ, словно пожар вечный слезами погасили, бес обессилен, ангел недюж.
Анатолий Киреев. Друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
надежных истин. Не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Когда ж придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас помянет. Пока не грянула пора нам расставаться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Еще одна песня о дружбе. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселья час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет нам снова, вернешься ты, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Всем в заключение нашего сегодняшнего вечера на далекой Амазонке, конечно же. Дружба этой песни с вкус средой. Да. Союз. Союз. Поют и танцуют все. На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина. Никогда вы не найдете в наших северных лесах ни на пустых ягуарах, броненосных черепах, а в солнечной Бразилии, в Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. И идут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию.
Спасибо всем, кто сегодня был здесь на сцене, кто нас слушал, кто нас смотрел по нашей трансляции. Огромное спасибо ребятам из студии «Звутим», которые помогали сегодня настраивать звук. Огромное спасибо нашей ведущей Анастасии Евграфовой и звукорежиссеру Ольге Зеленской. Да. А также мы всем за выступление, за организацию вообще. Амазонка-то, да, Дона Магдалина туда ходит, а мы знаем, куда мы приезжаем. На живую струну в следующий раз 15 марта, на Пушкинскую 9, 26 февраля. А в марте уже будут еще и незабываемые песни. Но об этом мы скажем в следующий раз. Да. До новых встреч! Спасибо!